Вам не стыдно ходить по квартирам? Я вам объясняйте. Вот не надо. Объясняйте. Пожалуйста, не надо. Объясняйте. Милиция уже едет. Не надо. Так, объясняйте. Это ваш ребенок? Это твоя мама? Да, да. Или кто это? У нас денег нет. Кто это? Точно мама? Да. А зачем вы так обманываете людей? Простите меня, пожалуйста. Зачем? Я не пью, не пью уж бы ничего. Не надо. Зачем вы обманываете? Не надо. Меня трогать не надо. Не надо. Вы ходите по квартирам и обманываете людей. Сколько денег набрали? У нас денег нет. По вам не скажут, что у вас денег нет. У нас отец бросил, пожалуйста. Так. Делайте таким образом. Сейчас пройдете по квартирам, сколько взяли денег, и отдадите им. Понятно? Хорошо. Поэтому под... хорошо. Я остаюсь здесь. Хорошо. Милицию я вызвал, так что не давайте надо. Шустрее. Не надо. Она ходит, обманывает. Не надо. Не надо. Я снимаю, милиция вызвал. Не надо, мы сидим. Слушай, правильно. Ага. Стоять. Ну, пожалуйста, не надо. Другую квартиру, где деньги брали? Дадим. Вам все руки отдать. Ходит и обманывает. А подождите, а милиция работает сейчас. Отдадим сейчас все. Так, пожалуйста. Другую квартиру? Все квартиры? Отдадим сейчас все. Отдавайте, отдавайте. Не надо, не надо, мужчин. Пожалуйста, не надо. Отдадим. Почему пожалуйста не надо? А пожалуйста, обманывать людей можно? Ну, придумывать истории про детей? Простите нас, пожалуйста. Ну просто нам нужны. Вас простит милиция. У нас деньги просто нужны. Не надо. Вы не выйдете отсюда. Пожалуйста. Все, стоим здесь. Ходит по квартирам, говорит, ну, не надо, ходит, да. Собирает деньги. Ну, собирали, да, собирали, да. У меня сейчас муж работает в милиции. Вот пускай милиция, что привет. Давай. Успокойся, женщина. Пустите нас, пожалуйста. Еще ребенка водит, что да. Ребенок видит, ах, ты да зараза. Да мы не пьяницы, мы просто денег нету. А зачем ты такое говоришь? А зачем ты врешь? Ты врешь, зачем? Мы тебе сами помогли. Зачем ты ребенка это мучишь? Бессовестно. Простите, но пожалуйста. Не надо. Ну, пожалуйста. А мне сказала еще фамилия Таня. Да, да. Говорю, Тань, какая же девочка-то умела. Ну, простите. Это уже ты. Вот зачем ты сбонишь и обманываешь? Ну, простите, но пожалуйста. А? Не надо. Бессовестно. Нет, какое придумать? Умер ребенок. Да, я да, да. Я звоню, говорю, Тань. Кто же у нас там в том подъезде живет? Да школу. Дайте мне телефон, пожалуйста, я позвоню в милицию. Сейчас, да, да. А где твоя мама? Ну пошли с ним, грёб, пробовать с ним. Где мама? Зачем тебе открывать? Дома. Пьет она. Пьет? А ты чего ходишь? Я не пью, я не пью. А ты зачем деньги-то собираешь таким способом? У нас просто нет. Ну, что нет? По ней не скажешь, блин, да? Блин, одета. У меня сын умер, и то никто не собирал. А ты, я буду, дала бы... Да, скотина! Ну, за такие вещи, а? Я еще же ребенком ходит, вообще где на ребенка взяла? Ой, я просто не могу! Мы где? Я не украла! Вы что, с ума сошли? Откуда? А, откуда мы теперь знаем? А кто? А где ты живешь? Скажи, пожалуйста, говори. На Свету. А где там? А? Вот 80 дом. Какой дом? Вы ходили, наверное, уже не первый дом обошли. Нет, мы не в да. Мы не ходили. Конечно, не первый. Конечно. С нас началось. Ты же не знаешь, что мой муж. О, ну, узнаем. Ты вообще охренеешь. Узнаем. А что ты побираешься с таким-то мужем? У нас вон сколько освидетелился. Мне нужны деньги. Ну, что, нормально, что ли? Вам же рент, правда, мне ничего нет. Да мне не надо, сейчас в милиции покажете все. В милиции покажут. Ну, покажут. И их постращают с твоим. Они его знают, что не стращают. Вот, тем более. А как ее там? Он что-нибудь натворит, он позвонит, его выручает. Угу. Да. Вот как. А в каком отделе он там у тебя? Нет, не в первом ли отделе? Нет, все, ради бога, пустите. Я сейчас только работает у вас. Знаете того, Денис Петаржан. Селяньте, позорить лучше. Денис Петаржан. Знаете? В нашем подразделении нет такого. Да. Что, а, ну, он, еще нет. Даже слов нету, ты понимаешь, ну нету. Да, да, да. Да. Простите, пожалуйста. Я не буду. Молодой человек, девочка с ней не хочет. Это, как его, давно на обидеть. Это не ее ребенок вообще. Это вообще не ее. Ну, она хватит говорить с тобой не хочет. Ну, а возьмите. Возьмем, я знаю, что вот день. Конечно, ничего. Ну, пойдешь, ладно. Она слышу. Я слышала, ну... А ты не хотел с ней идти, да?